1 марта зарегистрировать ИП или компанию, открыть счет в банке и получить электронную подпись теперь можно онлайн в несколько кликов в новом комплексном сервисе «Старт бизнеса онлайн» на сайте ФНС России. Сервис позволяет зарегистрировать индивидуального предпринимателя или общество с ограниченной ответственностью с единственным учредителем, человеком, который одновременно является руководителем организации. Сервис только начал свою работу, но в том, что он облегчит жизнь начинающим предпринимателям, эксперты не сомневаются. Задумка интересная. Сервис работает хорошо, должен работать хорошо. Так как мы привыкли и уже пользуемся большим количеством услуг в онлайне, то походы в налоговую, записи, покупка дополнительных флешек, установка дополнительных программ, встреча с банками отнимает действительно много времени. А на старте бизнеса у предпринимателей и так много задач, помимо вот организационных моментов. Поэтому я считаю, что сервис хороший, он должен заработать и приносить пользу налогоплательщикам однозначно. Сервис помогает заполнять заявление на регистрацию юридического лица, а также индивидуальных предпринимателей. Оплачивать госпошлину или планировать свой визит в налоговую инспекцию для этого не нужно. Можно, сидя за компьютером, подготовить и направить документы. Кроме того, новая услуга позволяет избежать ошибок при их заполнении. Нужно только выполнить 3 обязательных условия для прохождения регистрации. Это подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Второе обязательное условие – это подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Вот это несколько новое направление. И подтвердить свои биометрические данные можно, обратившись в отделение банка. На текущий момент таких отделений уже 13 тысяч по стране. И третье обязательное условие – это наличие электронной подписи физического лица. Программа самостоятельно формирует бланк заявления, проверяет правильность введенных данных, предлагает выбрать подходящий АКВЭД, определить оптимальный налоговый режим. Специалисты ФНС заверяют, что процесс регистрации при наличии всех данных и документов занимает максимум 15 минут и к тому же дает ряд преимуществ. Одновременно происходит открытие счета в выбранном банке и получение электронно-цифровой подписи удаленно без явки в Федеральную налоговую службу. Сервис будет работать в рамках эксперимента до 1 марта 2025 года. Координатор ФНС России. Елена Чернявская, Константин Головин. События.